Михаил Хайкин посетил парк «Наташинские пруды». Министр благоустройства Московской области оценил состояние парка и рассказал о планах по облагораживанию. Подробнее прямо сейчас. Наташинские пруды появились в начале 20 века. Инициатором их создания был купец Евгений Скальский. Водоемы названы в честь его дочери. В 90-е годы парк был заброшен. Его восстановлением занялись в 2013 году в рамках губернаторской программы «Парки Подмосковья». В сравнении с тем, что было, а я здесь живу все время, конечно, парк значительно преобразился, и много людей сюда приходят гулять, и очень приятно. Спасибо большое, что у нас есть такой парк замечательный. Этой зимой с появлением нового современного катка популярность парка возросла. Сюда приезжают отдохнуть люди со всего Люберецкого округа. Живем мы не рядышком, приехали специально на каток. Там атмосфера просто замечательная, музыка играет, дети веселые, настроение создается зимнее. С проверкой благоустройства Наташинского парка приехал Михаил Хайкин. Колесо обозрения, аттракционы, пруды, готовящиеся к крещенским купаниям купель и самый популярный в Московской области каток впечатлили министра. Сегодня мы пришли посмотреть, как работает каток, который был установлен по программе губернатора Московской области Андреевича Воробьева. И действительно видим, что это положительно востребовано жителями. Мы видим, почти 200 человек сейчас находится и в пункте проката, и в ожидании, и непосредственно на льду. Министр благоустройства Московской области сообщил о запланированной в этом году реконструкции парка «Наташинские пруды», которая продлится 2 года. При облагораживании территории будут учитываться пожелания жителей округа. Наташинский парк станет еще лучше. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.